транзитные возможности Казахстана растут. Об этом свидетельствуют цифры. По итогам 2019 года объем таких перевозок через нашу страну достиг почти 20 миллионов тонн. При этом основная часть грузов, это порядка 17,5 миллионов тонн, пришлась на долю железнодорожных маршрутов. Они в прошлом году помогли осуществить перевалку товаров объемом в 11,5 миллионов тонн в направлении соседних центральноазиатских государств. Говоря о перевозимых грузов, основной объем составляет нефть, далее металл, химикаты и сода, а также зерно и другие грузы. Также по итогам 2019 года объем транзитных грузов контейнером вырос на 23% по сравнению с 2018 годом и составило 664 тысячи контейнеров. К слову, сегодня через территорию Казахстана проходит ряд международных транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию. Они позволяют сократить скорость и расстояние от производителя к потребителю в несколько раз. По итогам 2019 года по коридору Транскаспийский международный транспортный маршрут было перевезено 7,4 тысяч контейнеров, что составило рост на 2 раза по сравнению с прошлым 2018 годом, где данный объем составлял 3,9 тысяч контейнеров. Евразийский трансконтинентальный коридор, он выгоден для перевозчиков в стоимостном выражении, так как в рамках ТМТМ страны-участницы каждый год утверждают предельно низкие стоимости для перевозки, а также транзитом через территорию республики перевозка осуществляется в течение 19 дней.